Лялюшка, Бусечка, Ягусечка. Ай, сейчас другие тоже прибегут. Я вам несу морковочку. Вот она как стоит на задних лапоньках. На таких высоких своих длинных лапоньках. А тут у нас что за попрыгушка, зверушка, пушистая. Ты как игрушечка, Донечка. Донечка, ты игрушечка. Ой, ой, какая вкусная морковка. Держи, держи, Бусик, держи, конечно. Ой, ты шихунь меня целовает. А Лялюшка, Лялюшка, вот, полный ротик наберет и куда-то понесет. Давай, поправлю. Скажи, что это я должна без этой, что ли, без подстилочки? Ой, ой, ой. Все на подстилочках решили кушать, да? Ой, скажи, а я поближе к тарелочке. К тарелочке поближе, да? Люба у нас помыла нам пол, можно теперь его пачкать, да? Вот. Феюшка, какая... Ух ты, как ты быстро сразу себе принесла много морковки. Обалдеть, феенок, микроребятенок. Лялюшка тоже на кроватке. Витаминчики полезненько, да, все кушают, все лопают с удовольствием. Все кушают и никого не слушают. Молодцы какие. Все молодцы, да? Бусик, давай, кушай, кушай, никого не слушай. Скажи, у меня зубков мало, а все равно кушай. Донечка, тебе еще в ротик положить? Давай, 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 миленькая. Давай, кушай. Так, а тут кому? Нашей кормилице. Маленькой кормилице поилице. А микрозверю? Микрозверю, обязательно микрозверю нужно положить. Вот такой морковный перекус у нас. Давайте с пола все подбирайте. А то наругаемся мы. Скажем, зачем пачкаете так? Малышня. Вкусненько. Вкусненько, шейхончик. Скажи, да, у меня зубки сильные. Вкусненько морковочку кушать. Да. Что, милушка, у тебя закончилось? Иди еще за добавочкой. Конечно. Вот такой у нас сегодня витаминный перекус. А всем хорошего дня и прекрасного настроения.